Какая красота. Транспондер. И вот бразильцы. Какой хороший прием. Поехали. Тут он пустой стоит. Кто-то слышен, но слабо. Может быть, это с другого с этого самого спутника. Может, антенну надо повернуть, скорее всего. Сейчас она у нас на запад смотрит. Вот тут пошла дверь. Ой, бразильцы-то. Прямо хай-фай. Вся Бразилия тут собралась. А и тут какая-то цифровуха прет. Или что это? Непонятно что. И непонятно зачем. Тут какое хочешь дерьмо. Это, по-моему, какое-то телевидение. Что-то лезет. А это... Какое-то что-то телевидение малосрочное, похоже, какое-нибудь. Или факс, или что-то в этом роде. Каналы открыты. Забиты каким-то шумом. Аж три в одной полосе, в одном транспондере. Непонятно что.
пожалуй, уже конец выходным частотам. Галимая Бразилия. Похоже, за пределами. С хорошим отношением сигнал шумит. Спутник, который у нас к нам ближе всего, загорожен зданием, которое напротив выстроили тут мне. А вот этот вот южный и восточный, они как-то лучше идут. Там в просвет, особенно южный, у меня просвет хороший. И его слышно хорошо. Придется через южный все это дело слушать.